привет! Сегодня покажу подвал. Короче, здесь один подвал на три дома. Это вот целераум. Щитовая, короче. Щиты стоят со счетчиками. Вот так выглядит. Здесь вот приходящий рубильник выключается, квартира. Еще есть в самой квартире щиток. Там через Wi-Fi тоже включается. Если можно квартиру вот здесь отключать полностью. Три фазы идут на каждое. Все запломбировано. Пломбы стоят. Так вот. Кабель сюда приходит с другого ферталера, с другого дома. Вот этот. 90 квадратов. Здесь подвальная вся. Шпрехенлаги. Здесь идет шпрехенлага. Здесь электроника. Здесь кремится. Электроника здесь. Телевизионная. Часть они свои подключили. Это не мы, это от города приехает. Ну вот это мы, шпрехенлага наша соединяется. А это вот это делается от города все, вот эти ЛФАУ еще. Мы только сюда подводим, заводим, короче. Они сами здесь все делают, свои приборы ставят. Все, это вот шпрехенлага вот на этом работает. Вот это все. Все, идем дальше. Тут свет включить, выключить. И штык-доза. Розетка, короче, еще здесь. Вот розетка еще. Можно подсоединиться. Это трубы пластиковые здесь. Розлив идет. Сантехника. Короче. Так, идем сюда. Здесь у них будет ваш раум. Это здесь будут стояться ваши машины, ваш трокнер. У каждого квартиры будет своя розетка под ключ. Здесь они будут сушить, стирать белье, короче. Здесь подключение вода, там сливы идут везде. Вот такой ваш раум. Две лампочки освещены. Тут мойка еще стоит. Можно руки помыть. Ноги. Кому что нужно помыть, короче. Все вот так вот выглядит. Так, идем дальше. Здесь. Это первый дом здесь идет. Тут трэппинг-хаус. Все красится, белится. Лампы вот мы сегодня вешаем. Подъездные, короче. Здесь будет выключатель. Здесь будет штык-доза. Это ром-термостаты. Стоят. Бода хайцинг. Так, дальше идем. Это у нас киллера, короче, вот такие будут киллера. Так, розетка не доделана еще. Вот это приход, как флюр. Здесь, короче, вот такие киллера. Лампочка. Лампочка. Здесь тоже зашел. Свет включаешь. И у каждого розетка идет. Все. Это идет туда в щитовую, короче, на целлер сажается. Все идет, засчитывается на каждую квартиру. Ну, вот такие калитушки, короче, все видно. Ничего такого здесь не спрячешь, не поставишь. Чисто для велосипедов. Даже могут еще пролезть здесь, отогнуть
своровать. Ну, взять, как в Германии, почти не воруют. Так что и так это сойдет. Так, идем дальше. Здесь коляски будут ставить, такое помещение. Детские коляски. Бегусментер работает вот так. Заходишь. Лампочка одна. Все. Идем дальше. Что мы там? Вот коридор, короче, идет во второй дом. Здесь будет хаусмастер сидеть. Инструмент свой. Кабинет его, короче, здесь. Тоже. Так, идем в подвал. Сейчас. Вот это подвальчик. Сейчас загорится. Увидит меня. Вегусмельдер. Загорится свет. Все. Свет загорелся. Вот это общий подвал, короче. Идти в гараж. Парковочные места здесь. Фульбоксы стоят для зарядки автомобилей. Полы вот залили недавно. Уже можно сегодня ходить. Вот такие вот полы классные. С какой-то крошкой, не знаю. Залито для... Для сцепки, короче, чтобы было хорошо трогаться. Здесь фульбокс стоит. Квартира 7 будет. Здесь вот ферталлер. Три фазы. Приходящий. Здесь ебершпанг стоит. И стоит ОЗУ. Тоже. Здесь включать. Здесь розетка будет. Включается. Вот такая вот. Жильная. Так, здесь будут тоже свои, у каждой парплац это пылесосить там, чтобы в машинах было. Ну, кто желает, здесь не желали, здесь не стали весь, но приготовить приготовили, может, захотят, потом будет отдельная плата и будем подсоединять тоже все. Там тоже так же все. Вот еще дальше. Свет включился. Там тоже вот фульбоксы стоят. Фульбоксы. Так, идем сейчас туда. Вот исходим. Что-то есть. Здесь будет запасной выход. Здесь лестница будет на улицу. Пожарный, короче. Выход запасной. Из гаража. При пожаре. Так, может, кто будет спускаться. Это будет мюллераум. Это для мусора. Мусор. Здесь баки будут стоять. Мусорные, короче. Такая вот дверь здоровая, чтобы выгонять можно было бачки хаусмастеру. Такая вот дверь громадная. Тоже две лампочки стоят. Дневного света. Здесь еще штык-дозу надо будет сделать для хаусмастера, чтобы он здесь убираться смог. Так, это фаратраум сейчас идет. Такой фаратраум большой. Тоже бивигусмельдер, две лампы. Это брича идет. Провода там лежат. По всему гаражу. Так вот. Тоже еще не купили гараж. Так, все, дальше идем по коридору. Свет, загорись. Что не горишь? Лампочка перегорела. Так, вот еще. Это во втором доме, короче, такие киллера. Тоже. Тоже калитушки. Полы еще не крашены, ничего. Тоже такие же полы будут, только без крошки уже. Гладкие. Это тоже идет
коляски, короче, здесь вот уже вот этого дома другого стоять. Этот лифт. Там тоже лифт не показал. Это лифт. Здесь будет. Вот второй дом тоже. Красит, не красит. Это вот Heizraum. Отопление. Баки, короче, здесь стоят. Отопление будет работать здесь. Тоже еще не доделали, делают мужики свое отопление, короче. Свет у них тут все. Так, вот это газовый приход, газовый котел со счетчиком. Все это бойлера. Вот тут мы делаем. Подсоединяем сейчас. Подвальные остались вот здесь. Шприханлагу подсоединили, все. Сейчас уже заканчиваем там проводочки. Местами остались, где завести еще. Это приходит глаз-фазер. Вот эти два провода. И вот идут в каждую квартиру уже отсюда. Этого бокса подключения. Здесь, короче, вот приходит снизу от города. Хаус-аншлюз, главный, короче, кабель приходит. И потом уже брали уже сюда. Там два стоят. Сейчас не будет видно. Все закрыто. Да, вот они стоят. Типа рубильничка. Так. Еще зихеринги не стоят, короче. Вот он тут уходит на тот дом. Толстый кабель 90 квадратов. А этот нижний уже на этот идет дом. Так, дальше. Дальше здесь тоже комната для хаусмастера, короче, вот это тут закрыто. И пошли опять выход из подвала. Так, свет загорись. Вот так вот красиво. Подвальчик они уже оформили, покрасили. Стены, короче, здесь будет зигбар бетон, короче. Вот так остается. Так, еще маленько они его там почистят, наверное, и все. Он будет так. Полы здесь, белиться здесь, короче, ничего не будет. Все так будет. Здесь тоже потолки, тоже будет зигбар бетон, короче. Тоже ничего не будет делать, все так остается. Только все полы. И вот третий дом, короче. Третий дом, мы еще даже не начинали ромбау здесь. Ромбау. Вот еще лифт даже еще не делали никто. Шахта лифт. Лифта. Тоже что-то будет. Пока в плане не знаю, что. Здесь офис какой-то будет на первом этаже. Здесь офис. И вон там еще будет один офис. А выше там уже идут квартиры. Так вот. Заход. Так, здесь тоже какой-то фараум, наверное, будет. Так, здесь это будет офис, короче. У них будет отдельный вход, и они будут, короче, здесь заседать, и там выше. Это вот отдельные здесь два этажа. Ну, как этаж и подвальный здесь как выходит. Там уже система другая, люфтинг будет. Короче, люфтинг онлайн не будет уже. Бодхайсен будет люфт, это воздухом горячим будет отопляться, короче, дома. Вот это все входы, там выходы где-то, не знаю. Короче, рору кинут они, потом где-то будут они
цепляться. Так, темные подвалы, кабеля еще, короче, здесь еще работы хватит нам. Сейчас выше на одну в квартиру зайдем, посмотрим. Еще квартиры, кому интересно. Так вот, тут лифт будет. С этой стороны заход. Вот там офис, наверное. Чтобы в офисе нам там были, выходили. С стороны офиса. А это так. Уже подъездные. Вот квартирки такие. Здесь еще будут перегородки делать. Гипсокартонные с профильным железом. Перегородки вот здесь будут стоять. Эти кабеля у нас вон привезли уже. Профиль. Профильные штанги. Так. Тут тоже еще даже ни окон, ни дверей, короче, еще ничего нету. Тоже вот система будет, короче, будет теплым воздухом отапливаться здесь комната вся. Такая вот стройка здесь в Германии идет. Ну, в принципе, здесь так и три этажа одинаково выглядит. Все, можно отключаться. Все, кому было интересно, ставим лайки. Пока.